Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова. Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео мы будем делать с вами обзор на новую коллекцию от Pat McGrath Divine Rose 2 или Divine Rose 2. А для меня это мой первый раз использования какой-либо косметики Pat McGrath. Я не знаю, почему я еще ни разу этого не сделала, потому что это такая косметика, о которой все говорят, и все просто без ума от нее. Но, в общем, я говорила, что в этом году буду пробовать что-то новое, как можно больше брендов, которые я не пробовала, и вот момент настал. Так, с чем же Pat McGrath вышла на этот раз? Она вышла с ее палеткой из 4 оттенков, в ней не было Special Shades, она стоит около $48. Она очень красиво смотрелась, конечно, она такой красивый розовый там оттенок есть, но я почему-то решила не начинать свое знакомство именно с ее маленькой палетки, потому что, опять же, там нет Special Shades, там нет ничего того, что цепляет людей, когда люди покупают ее большие палетки. Это именно то, что я решила взять, это именно ее большую палетку в лимитированной упаковке, в красивом розовом цвете. Конечно, нельзя было стоять. Все очень красиво, очень, она такая тяжеленькая по своему весу, и внутри это, конечно, да, то, что все, наверное, и знают, как выглядит эта палетка изнутри. Опять же, вы можете купить эту палетку за $125 в ее обычной упаковке черной. Но так как все-таки День влюбленных скоро приближается, я решила, что нужно взять ее. И, кстати, я вам не сказала еще про упаковку. Упаковка этой палетки, она действительно заставляет тебя сказать «Вау!». Меня очень порадовало, что внутри имеется вот эта вот карточка с номерами оттенков. Это интересно, я такого ни одного бренда не видела, если честно. Дальше я взяла ее новый хайлайтер, также в розовой упаковке. Сама упаковка выглядела вот так, очень все красиво смотрится, потрясающе. Я бы сказала, есть такое ощущение приближающейся весны или вот Дня влюбленных тоже. И хайлайтер называется этот у нас Skin Fetish Ultra Glow, и стоил он $48. Будет интересно очень посвочить и показать его вам, как он смотреться будет на щеках. Дальше Pat McGrath вышла со своей новой помадой в жидкой форме, и она стоила у нас $30. Если честно, я ни разу не пробовала помаду от Pat McGrath, это опять же странно, но я решила, что, ну, пришло время, правильно же? Вот так выглядит сама упаковка помады, опять же, тот же самый стиль, в котором можно видеть ее всю коллекцию новую, и помада сама выглядит вот так, а помада вышла у нее в 2 оттенках, это самый темный оттенок из ее коллекции, и называется он у нас Divine Rose, у нее еще такой есть более нюдовый оттенок, я почему-то решила взять именно такой оттенок. Как оказалось, я смотрела Morgan Turner, и она говорит, что Pat McGrath выходила с такими жидкими помадами, но еще давным-давно, когда еще ее бренд, ну, никто не знал фактически, это по сути что-то вроде обновленных оттенков, которые у них были еще давным-давно, и которых никто не знал. В общем, нужно это иметь в виду. Я согласна с некоторыми бьюти-блогерами, что упаковка не чувствуется, ну, такой люксовой какой-то, дорогой. Она достаточно легкая. И мне интересно будет посмотреть, как это все будет смотреться. Единственное, что я не стала брать пока что, это ее помада, обычная Pat McGrath-овская помада. Но она, я так понимаю, либо в новом оттенке, либо в старом ремастерском оттенке. Стоила она $38, эта помада у нас стоила $30. Я пока что решила остановиться именно на этой помаде, потому что у меня уже столько помад, если честно. И да, это то, с чем мы сегодня будем работать. Надеюсь, вам будет интересно посмотреть на то, что я сотворю сегодня на своем лице. И мне очень будет приятно, если вы подпишетесь на мой канал, оставите комментарий, поставите лайк, если вам этого хочется. И давайте уже перейдем к основной части этого видео. Поехали! Итак, ребят, я вас приблизила, пришло время перейти к тестингу. Первое, с чего я хочу начать, это, конечно, с этой палетки. Супер красиво смотрится. Дорого-богато, я бы сказала, наверное, так. Эта палетка сделана в Италии, тогда как ее новая палетка, с которой она вышла в ее новой коллекции, из 4 рефилов, она сделана в США с местными и импортируемыми ингредиентами. То есть, понятное дело, что палетки, которые сделаны в Италии, они гораздо-гораздо лучше по качеству. Так как у нас приближается День всех влюбленных, хочется сделать какой-нибудь макияж в розовых тонах. Я уверена, что розовые макияжи уже порядком поднадоели, потому что у нас была и Динона с ее розовой палеткой. Ну, кто там еще выходил? Ну, почти каждый бренд сейчас выходит с розовыми рефилами в своих тенях, и надеюсь, что это вам будет интересно, потому что мне хочется пробовать разнообразие красок этой палетки именно в их розовом исполнении. Для начала я нанесу всеми любимый праймер под тени от Urban Decay. Первый оттенок, с которого мы начнем, это будет оттенок Naked Blush.
Я хочу нанести его на все веко. Я использую свою кисть от Ruffer номер 01. Я хочу использовать очень легкое нажатие, чтобы не сделать его слишком активным пока что. Извиняюсь, ребята, у меня села камера, пришлось менять батарею. Тени очень пигментированные, и я так понимаю, что нужно быть гораздо более еще нежнее с ними, иметь более легкую руку, когда работаешь с ними. И постепенно я также пытаюсь начать их тушевать. И также эти тени я пытаюсь провести очень легкой рукой к внутреннему уголку глаза. Получается очень даже красиво. Мне нравится, насколько аккуратно эти тени растушевываются. Дальше я хочу взять оттенок Extreme Burgundy. Это оттенок красного вина. Наверное, я бы так его перевела. Та же самая кисточка, Ruffer номер 1. Этот темный оттенок я хочу нанести в складку века. И постепенно подводим его к середине, но не слишком я хочу делать, ну, прям такие темные следы растушевки. Тушуем, тушуем. Я слышала, что Пэт Макграс очень славится тем, что у нее тени прям сами тушуются, что-то вроде того, и сколько я знаю русских блогеров и американских бьюти-блогеров, все просто с ума сходят от ее качества. А вы, ребят, пробовали тени от Пэт Макграс? Если да, то реально потом начинаешь привыкать к ее теням, и мне уже невозможно без них жить. Мне нравится, что у нас получается такая достаточно аккуратненькая растушевка. И, наверное, все-таки мы немножко еще зайдем, опять же, во внутренний уголок глаза с этим темненьким оттенком. И, по-моему, если мы будем использовать этот темный оттенок, у нас тени могут быть гораздо более такими, ну, активными, и образ немножко будет более таким... Ну, сейчас мне хочется еще сделать так, чтобы тени эти больше были наверху, чтобы наверх заходила эта растушевочка. Надо сказать, мне определенно нравится, что я вижу, как растушевка это идет, как по волшебству, как будто тени сами растушевываются, я бы сказала это так. А я хочу взять еще больше этого темного оттенка, бургунди оттенок, нанести его туда же, но сделать все-таки складку века еще более такой выделяющейся, более на темной стороне. И я беру ту же самую кисточку и вот так вот делаю это. В принципе, очень легко орудовать этим всем. Я думаю, сложнее будет. И еще немножко, еще чуть больше затемнения мне хочется. Тени, они как будто бы сами растушевываются, и я теперь понимаю, почему все так любят Пэт Макграс. Это качество, и оно на высоте. У меня никогда не было такого, чтобы я что-то растушевывала вот именно таким образом, в такую хорошую дымку, и у меня это вызывало настолько много положительных эмоций. То же самое сейчас я сделаю с моим вторым глазом, и потом мы уже будем делать блестки. Теперь оба глаза у нас смотрятся почти идеально. Сейчас я возьму свою кисточку от Sigma E38, она специально создана для того, чтобы очень детально и идеально также растушевать вот эту зону затемнения. Мне почему-то не хочется слишком много растушевать, потому что обычно, когда я слишком много пытаюсь растушевать вот этих прямых линий, у меня весь образ уходит на смарку. И вот так у меня получилось идеально растушевать и мой второй глаз. То есть оба глаза смотрятся у нас готовыми к тому, чтобы приступить к самой главной части, а именно шиммерам. Я хочу взять этот красивый, потрясающий шиммер в оттенке фуксии, я бы сказала так. Какой он яркий. Мне кажется, Пэт создала такой легкий в использовании шиммер, именно в таком, ну, в таком ярком цвете, просто потому что это будет гораздо легче работать с ним. Если бы он был, допустим, ну, матовым оттенком, то с ним было бы гораздо сложнее работать. А шиммер — это всегда легко очень. Особенно для новичков. И немножко залезаем наверх, чтобы сделать глаз еще так, как будто бы больше. Я возьму кисточку от Morphe M124 и наберу этот же самый розовый яркий оттенок. И просто сделаю так, чтобы оттенок смотрелся гораздо более равномернее.
на веки. И вот таким образом это все будет смотреться гораздо-гораздо лучше и аккуратнее. Немножко осыпаются, кстати говоря, эти тени, но я думаю, это ничего страшного. По-моему, это смотрится очень и очень красиво. О, я не могу. Мне кажется, я уже влюбляюсь в Pat McGrath, в ее косметику, в ее качество. Дальше я возьму кисточку от Sigma E44 и возьму этот же самый темный оттенок, бургунди опять же, и чуть больше затемню вот эту зону. Сейчас я подправлю макияж, сделаю реснички, вернусь к вам уже через секунду. И вот так выглядит наш образ с ресничками. Я использовала реснички от Lily Lashes. Наверное, не слишком, ну, такие, знаете, артистичные, но, извиняюсь, мне нужно было просто надеть их, потому что инфлюенсер мне их отослал, я до сих пор их не пробовала и не оставила свой отзыв. Поэтому да, это нормальные, хорошие реснички, они реально смотрятся очень дорого, мне нравятся, но не знаю, они такие не на каждый день 100%. Так как нам нужно закончить наш образ, чтобы глаза наши были в более такой красиво выглядящей рамке, я бы сказала, я хочу взять опять же наш любимый оттенок красного вина, вот этот вот бордовый, и нанести его на нижнюю часть ресниц. Я возьму кисточку от Ruffer под номером 02, ни разу еще пока я не пользовалась. Просто введем вот эту вот водную линию, ну, конечно, не совсем внутрь глаза, но так, чтобы это было видно, что оно введено, чтобы выделить наши глаза, получается, да? Также растушевываем по ходу того, как мы делаем обводку. По-моему, смотрится очень красиво. Мне нравится. Самый последний шаг, это я хочу использовать свой карандаш от NYX. Это, как сказать, блестящий карандаш, то есть в нем имеются блестки, и он у меня в оттенке Roasted Lilac. Нанести я хочу его прямо-таки на водную линию. И вот так, ребята, у нас выглядит конечный образ. Я добавила еще немножко спарклов вот этого вот оттенка. Супер красиво получилось. А это очень такой хороший акцент был. Да, определенно, это, наверное, тот образ, который я сегодня хотела воссоздать. И просто посмотрите еще раз, насколько это красиво смотрится. Если вы, кстати, видите, что у нас потемнело, то, знаете, у нас уже вечер, и снимается видео это достаточно долго, но это все стоит того, чтобы показать вам, с чем же вышла наша королева макияжа Pat McGrath. Теперь давайте попробуем ее хайлайтер, наконец-то уже, который называется у нас Skin Fetish Highlighter. И этот хайлайтер обещает металлическое сияние, это гелевая тире пудровая форма, то есть она такая как мокрая получается. Этот хайлайтер сделан у нас в Италии, мы это любим, и мы получаем здесь 10 грамм продукта. Для сравнения, в ее прошлом хайлайтере, который вышел у нас в новогодние праздники, в нем было чуть меньше продукта, а именно 6,5 грамм. Здесь мы получаем 10 грамм, очень и очень даже хорошее предложение, учитывая, что, если я не ошибаюсь, цены хайлайтеров были одинаковыми, поправьте меня, если не права. Сразу можно заметить, что у этого хайлайтера и имеется очень даже заметный металлический такой подтон, и мне очень интересно, как он будет сплочиться. Вау, он очень мягкий. Вот это пигмент, вот это я понимаю. Смотрится он очень активно, надо сказать. Помню, я слышала, многие люди, кто увидел ее новый запуск, говорят, что, наверное, я не буду покупать его, потому что хайлайтер выглядит чересчур темным для тех, у кого, ну, более светлая кожа, поэтому надеюсь, что он нас разочарует. Давайте же нырнем моей кисточкой. Я так понимаю, мы должны получить такой розовато-золотистый оттенок в этом хайлайтере. Сразу после нанесения виден такой четкий золотистый потон, золотистые блестки, я бы сказала. Они очень мелкие, их почти не видно, но тем не менее я их вижу. Я не знаю, как хайлайтер будет вести себя при дневном свете, потому что у меня сейчас уже, понятное дело, поздний вечер. Но я определенно напишу вам внизу в инфобоксе, как это смотрится днем. Сейчас я вижу такой хороший, нормальный золотистый оттенок на моей коже, и все-таки я, наверное, ожидала, что это будет чуть более, ну, такой розоватый хайлайтер, не золотистый, потому что у меня уже, это уже второй, получается, хайлайтер с золотистым отливом в моей коллекции. Надеюсь, что в нем есть еще и розовый отлив. Может быть, это свет? Хочется в это верить. Когда я смотрю на свои поры, например, на свое лицо, я не вижу, что хайлайтер подчеркнул как-то мои поры, что они стали гораздо сильнее видны, нет.
этого нет. Я вижу красивый блеск, который, я уверена, понравится очень многим. Если вы фанат продуктов от Pet, то я думаю, что вы не захотите пропустить этот хайлайтер. Он реально красиво смотрится, но я не вижу чего-то такого, чего я не видела, например, в хайлайтере у Анастасии Беверли Хиллз или у Наташи Диноны. Понимаете, это красиво, но я не знаю, я, наверное, ожидала более какой-то такой типичный розовый подтон, как, например, в хайлайтере, который мне очень многие советовали. Это хайлайтер от Juvia в оттенке Quartz. Вот я, наверное, что-то вроде такого ждала, я видела свотчи на Sephora. Ну, дайте мне знать, что вы думаете об этом продукте. Это красиво, это реально красиво, но обычно. Вот дайте нам каких-то других текстур, дайте нам другой игры блесток, если так можно выразиться. И последнее, что мы попробуем сегодня, это жидкая помада в оттенке Divine Rose. Я выбрала этот оттенок, потому что он показался мне гораздо более интересным, чем обычный нюд. Кстати говоря, этот оттенок описывается как мягкий сливово-розовый оттенок, и мне не терпится уже нанести его на свои губы. Обычный аппликатор, надо сказать. Ничего необычного я пока не вижу. Так выглядит помада на моих губах. Мне нравится, как она выглядит. Это такой красивый, я бы сказала, даже немножко повседневный оттенок. Прикольно наносится, легко, просто не размазывается, ничего такого. Но, наверное, все-таки сейчас такая эпоха или такое время, когда девушки не очень любят жидкие помады почему-то. Если бы она вышла с такими же новыми оттенками в обычной, в универсальной форме помады, да, что-то вроде такого, то это было бы, наверное, мне кажется, ну, гораздо большим людям подошло бы. Показалось, что помада это немножко сделала так, что сейчас гораздо больше я вижу сухость губ. То есть, если у вас губы сухие, то эта помада сделает их гораздо более еще акцентированными. Поэтому будьте аккуратнее с этим. Но вообще, высохла достаточно быстро и совсем немножко у меня остаются следы от этой помады, но получается, что если, допустим, я буду пить кофе, то следов вроде как не должно оставаться, и она должна держаться на губах достаточно долгое время. И вот только у меня получился сегодня макияж с новой палеткой от Pat McGrath в ее лимитированной упаковке. То есть не новая палетка это сама по себе, это новая упаковка этой палетки. Опять же, я не стала покупать новую палетку, потому что я посчитала, что я лучше познакомлюсь с той самой формулой, из-за которой Pat и знаменита. И надеюсь, вы были рады также видеть еще один туториал на эту палеточку. Безумно рада, насколько у меня получилось легко и быстро создать такой тип макияжа, который я часто очень вижу в Инстаграме. Ну, я в восхищении, это все, что я могу сказать. Поэтому определенно я буду еще не раз покупать что-то от Pat. В следующий раз, естественно, это будет новая палетка. Дайте мне, кстати говоря, ребят, знать, если вы хотите увидеть еще больше туториалов с этой палеткой. Может быть, в дни, когда я буду делать «Собирайся со мной» или что-то вроде того. Мне будет интересно услышать ваше мнение. Забыла упомянуть оттенки, которые мне больше всего понравились в этой палетке. Наверное, это все-таки будут оттенки иные, а именно бордовый оттенок. Мне понравился очень розовый шиммер. За исключением, наверное, пока что слишком ярких, а именно вот этот зеленый оттенок. Все остальные это мой вайб, и я очень рада, что я наконец-то купила ее, потому что сколько можно уже слышать про Pat и не попробовать ее, не так ли? Итак, про хайлайтер. Я хочу сказать точно, что мне он понравился. Это хороший продукт, это продукт, который дает вам тот блеск, который вы ожидаете увидеть от продукта за, там, сколько, $48. Это красиво. Я уверена, что нужно еще больше времени посвятить тому, чтобы посмотреть, как продукт показывает себя, например, при дневном свете, потому что, так как я использовала сейчас искусственный свет, а именно ring light и еще куча другого света, оттенок может быть не таким настоящим, каким Pat его задумывала, поэтому определенно я дам вам знать, насколько оттенок выглядит по-другому, если я буду использовать его днем. Вообще, формула хорошая, она действительно чувствуется очень такой мокрой, я бы сказала, мокрой. И это очень красивый цвет. Если вы любите такие оттенки, то определенно
купите его просто хотя бы для коллекции. И дальше помада в оттенке Divine Rose. Я извиняюсь, просто я не знаю пока, есть ли у меня какая-то простуда на губах или нет, поэтому я пока не буду класть, с вашего позволения, обратно аппликатор в помаду. Мне понравился оттенок на самом деле. Если честно, у меня такого оттенка не было давненько. Это помада, которая, мне кажется, выдержит очень много еду и питье, поэтому определенно это хороший продукт, но опять же, за $30 я не уверена, насколько это уникально и инновационно, чтобы, ну, покупать вот такую жидкую помаду, например, даже без распродаж, но она прекрасно чувствуется на губах. Помада от Pet — это просто что-то с чем-то, и я теперь понимаю, почему их люди так любят, но мне кажется, для того, чтобы действительно проникнуться ее макияжем, нужно купить для начала ее обычные кремовые помады в обычной упаковки. И получается, мы поговорили обо всем том, о чем мы хотели сегодня поговорить. Дайте мне знать, что вы думаете о моем макияже. Мне кажется, я за долгое время такой макияж сделала, чтобы он был таким, знаете, прям ярким, таким прям ух. И мне будет очень интересно узнать вообще, что вы думаете о ее запуске. Присмотрелось ли вам что-то из моего видео? Захотели ли вы приобрести что-то? Вообще, пишите обязательно внизу. Делитесь всем, не стесняйтесь. Мне будет очень приятно слышать обратную коммуникацию от вас. И на этом я буду прощаться с вами, ребят. Желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней. Не забывайте подписываться, опять же. Ваша Юля, не прощаюсь. Всем пока.